Что касается кущения, кущения на варианте в 2 миллиона, где-то в среднем это у нас 2 стебля. На варианте с 3 миллионов то же самое происходит. То есть я имею в виду продуктивных, сильных стеблей в эту фазу. А на 4 миллионах, а здесь получается уже где-то 1,5. На 5 преимущественно это 1 стебель. И на 6 то же самое. 1 стебель. Продуктивного кущения, потому что есть и маленькие стебли, но они уже мягкие, они уже отброшены. То есть в целом как бы потенциал кущения у растения был в момент достаточного питания, но сейчас, когда уже получается питания не хватает и растение как бы трансформируется, оно пытается отбросить непродуктивные стебли.